пошла лавина, лавина пошла, ну, предположим, из этой точки, выбор в том направлении, границы ее вон то дерево, развесистая береза, что там, береза, не знаю, да, береза, чем-то там, что-то. Ива, да. И вот эта береза. То есть в этом коридоре у нас пошла лавина. Последняя точка, где мы видели человека, ну, предположим, вот этот гребень, вот сразу забрали за этим деревом. В общем, пошла половина по прямой, выпуск влево-право, лежит щепка перед нами, граница от той березы до этой березы. Мало. Работаем, девочки. Да, последний раз видели. Последний раз видели. Опа, смотри. Вон тут, да. Никакой смекалки у альпинистов рязанских нет. Подсматривай, падла. Короче, сначала включился подскочок такой, когда залезал, Виктор сунул в куртку, а он мне показывал на себя один. Да, и он переключился на передачу. Не, я гляжу, они там это пошли. Не под углом, не как по-другому. Так, это все равно. Так, это же там-то надо допустить. Вот, и то, что вот он правильно вовремя снялся, нельзя его перетягивать, иначе совете резьбу там. Если его нормально докрутить, то бур сколько держит? Будет держать там, каждый бур может, ну, зависит от льда, до 2 тонн может держать каждый бур. Перед тем, как начинать крутить ледобур, очищаем. Шедловая площадка была, очищаем правильно? Снега с площадку, да? Угол должен быть острый. Как мы будем это делать? Ну ладно. Значит, смотрите, лед там будет, может быть, перемороженный. И вот такой-то вот хер закрутишь бур. Тогда мы берем ледоруб, вставляем его и крутим ледорубом. Буры имеют особенность вытаивать, поэтому, когда после того, как буры закрутили, их надо... Ледоруб держится вот так. Вот. Длина ледоруба, ну, такая, классическая, если считать. Она должна быть где-то сантиметров на 10, на 7. Короче, чем для меня это ледоруб нормальный. Вот так вот. Они все разные, да? Блокин коротковат, наверное. Ну, в принципе, зато короткий рычаг он дает сильно дополнительно при задержании на срыве, да. Значит, с ледорубом. Идем сюда, ледоруб склон. Если мы идем в лоб, ну, значит он вот в правой руке. И
идем траверсом вправо, ледоруб вот подходит, да? Идем траверсом влево или по наклону, ледоруб вот на изготовочке, склон. Либо влево руку берем, кому как удобно. При падении вы можете упасть на бок, вы можете упасть вниз головой, это первое, значит надо развернуться, чтобы голова оказалась сверху, для этого ледоруб в сторону заносит. Второе, значит вы падаете, ну предположим, что вы вот в этом положении, идете, дернули вас или скользнулись, вот вы упали, вот, скажите, вы можете катиться телом, вырубать ледоруб с собой. А почему? Подожди еще. Движение, оно вот такое получается на зарубание. Вот. Вот мы здесь на склоне, на траве сейчас и потаскаем вас. Следующий, упали на бок. Раскачи, да? Чтобы вас развернуло. Если сразу не получилось задавить, зарубиться. Повторно. И рубимся до последнего, пока не остановитесь. Скорость может увеличиться. Но сдаваться никогда не надо. Еще раз. Зарубка не готов, когда я получил. Вот он. Тело. Зарубание. То же самое будет происходить, когда будет кто-то из участников провалиться в трещину. Увидели, первого точно деранет. Первый вылетит как здрасте. Вот. Второй уже должен сам прыгнуть и зарубиться. Вот. Но тут. Ну, такой снег, конечно, если он будет такой пухлый, метровый, хер зарубит. Нереально. Первая и сразу же основная травма при срывах на льду, на снегу. А человек он падает, да? Срывает, и он несет, а он еще хочет. Хуяк такой в этом врубает в лед. И вот после того, как он врубил кошки в лед, его выкидывает. И сразу переломы в этих местах. Ну как минимум, как, дальше куда-то. Понятно, а если без кошек, то можно в принципе ноги не поднимать, даже может помогут. Да, если в снегу, то ну, лучше себя всегда готовить к тому, что ты в кошке. Ну, так готовить. Слушай, а снова эти снегоступы на что одеваются? Снегоступ на любой ботинки. Ебать, кто здесь? Рабинский пływатель. А кто это сделал? Вырубает площадочки из слабого снега, да? Это где-то вот такое вот, горизонтальное. Ледоруб стекает, он где-то на уровне вашего пояса. Туда вот отапливается. Но это вы должны снизу стоять, да? Соответственно. Вот. Либо иногда делать как? Его втыкают, вот с собой встают у него. И тут есть возможность, что вы сами и выдернете. То есть вы на самостраховке, ледоруб это самостраховка. Это вот это для страховки, например, нижний. Надо человека выпустить, какая-то в какой-то части идет. Невозможно собрать танк, а ну там, например, выход дальше на лед. Надо сделать нижнюю страховку. Тогда зарубается снизу. Зарубает ледоруб туда, карабинчик и выдает. Этого у нас ничего не будет. Так, вот еще так. Организация станции на снегу, снежные якори. Я вот так вам уже и показывал. Ну, выкапываем площадочку глубиной не менее там, полуметра в хорошем снегу. Это хуёвый снег. Капаем площадочку. Как это правильно называется? А? Есть, ну вот когда вверх едешь с альпинистской техникой, а вниз качешься, как называется? Качешься? Бэккантри. Бэккантри, точно. Когда вниз качешься. Ну вообще как бы там не обязательно с альпинистской техникой лезть. Бэккантри это в принципе просто подъем на это. Подъем без вертолета. Без вертолета будет. Нищенский фрирайд, понятно. Уже попадает здесь либо петля, либо что она там будет? Юр, мы это дома еще поняли. Репет 7-метровый, да? 7-метровый. Давай что-нибудь активное поделаем. Активное? Вот сейчас наглядно тебе покажу. Так, прокапываем траншеи Т-образно. Ледоруб туда плюнул. Забиваем. Трамбуем, всех снег вокруг. Все, станция должна вниз уходить вот такой. Станция снизу понятно. Ледоруба. Также все что угодно. Рюкзак, лопату.
Как, Ром, дела как? Холодно. Вот это выходные. Вот это я понимаю. Отдыхаю. Хорошо.